сегодня, 4 марта, исполнилось 90 лет одному из самых любимых музеев нашего города. Это музей природы. И наша съемочная группа как раз-таки находится в этом музее. И позади меня находится один из самых старейших экспонатов. Это бурый мишка. Этого мишки уже 95 лет. Сегодня в музее обычный рабочий день прошел, а вот завтра все поздравления. Об этом и о другом прямо сейчас. Почти все готово к завтрашнему дню. Осталось лишь доработать трехминутный фильм о музее. Очень много материала, и надо выбрать главное. Природоведческие коллекции начали собирать Череповцы еще 100 лет назад. Сегодня в музее есть экспонаты, которым более 100 лет. Пример тому – чучело большого вальдшнепа. История же музея природы начинается с 20-го года прошлого века, и первое здание на Советском 7. 80-е годы – постоянная прописка на улице Луначарского. На втором этаже уже более 10 лет работает выставка – «Лесные мотивы». Как рассказали в музее, она пользуется большой популярностью и у детей, и у взрослых. Здесь есть экспонаты, которые вряд ли можно увидеть в других музеях. Это медведица и четыре медвежонка, шекснинская стерлядь. Большую научную ценность представляет гербарная, геологическая и палеонтологическая коллекции. Все это бережно хранится и передается из поколения в поколение. В детском музее сегодня нарядно и празднично. Здесь открылись две выставки. Одна детская, другая взрослая. Юные мастера из Центра детского творчества представили работы, выполненные в технике ручное ткачество. А совсем новые, еще многим незнакомые рукоделия – гильяширование – представила мастер Марина Панкова и ее ученицы. Гильяширование – это выжигание и роспись по ткани. Для работы необходимы прибор для выжигания, ткань и фантазия. Можно сотворить все, что угодно, начиная с вологодских кружев, букетов и заканчивая украшением для штор. Марина Панкова занимается такой техникой почти 10 лет. И, как считает сама, главная прелесть в том, что ни одна работа не повторяется. Об этом мы подробнее расскажем в программе «Просто утро». А вот в музее ЧГУ полным ходом идет монтаж выставки «Дамские штучки-3». И до сих пор студенты приносят свои работы, которые создали сами. Такое направление называется «Handmade». Здесь представлены различные виды рукодельного искусства, не совсем еще нам знакомые. Это кастомайзинг, переделка брендовой одежды. Это попытка вдохнуть жизнь старым вещам. Скрапбукинг – это бумажный декор. А также на выставке изделия из пластика и многое другое. Выставка откроется завтра, причем на все это можно будет не только посмотреть, но и поучиться этому на мастер-классах. Впереди много очень интересных событий, и в основном музыкальных. Многие, конечно же, будут посвящены и приходу весны, несмотря на то, что еще только начало марта, весна чувствуется. Стало как-то радостнее жить.